Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. Сегодня с обзор на Energetic HQD Energy, без сахара, классический. Объем 450 мл, покупался за 150 рублей в крафтовом магазинчике. Выше новый дизайн у HQD-шки, новые вкусы, уже на все обзор снял, остался вот последний, никак его не мог найти. Объем 450 мл, дизайн стал симпатичный, шрифты тоже приятные, такая белая баночка, приятные шрифты, премиальные европейские ингредиенты, натуральные компоненты, кофеин с витаминным комплексом. Давайте разбираться. Сразу у нас видно калорийность, на 100 мл напитка 4 килокалории, 1 грамм углевода. То есть в баночке у нас чуть больше 10 килокалорий, в принципе, немного. В состав у нас входит следующее: ароматизатор, кофеин, натуральный, витамин группы В и С, так понимаю. Фолиевая кислота, кризис, сахарный колер 4, лимон, экстракт, страт натрия, таурин, ароматизаторы, подсластители Е-962, Е-950, Е-954, L-карнитин, консервант, бензат, натрия. Изготовитель у нас Владимирская область, город Лакинск. Ну, как-то вот так. То есть, что мы получаем? Здесь у нас таурин, кофеин, L-карнитин, тренер компонент. В принципе, неплохо. Ну что, давайте пробовать. Посмотрим, что это классический вкус. Пахнет Red Bull, значит, это к Red Bull, потому что обычно я делю классика на два вкуса по типу Red Bull и по типу зеленого монстра, зеленого горилла с барбарисом. По запаху это Red Bull. Да, классический вкус Red Bull'чика на подсластителях. Не сильно, кстати говоря, химозный. Хотя он без сахара полностью идет. Ну, в принципе, неплохо. Конечно, обычно любители HQD-шки, это же вот одноразки пошли. В основном молодежь, которая предпочитает сахар. Ну, это вкусно, действительно. Не знаю, целевая аудитория именно для без сахара будет. Но в целом прикольно. Нормально такой вкус. Опять же, напоминает Red Bull, только без сахара. В принципе, за 150 рублей 4-5 литров неплохо. Плюс три энергокомпонента. Здесь еще добавлен L-карнитин. Люди, которые сидят на диете, на похудении, без калорий, будет неплохо. Плюс бодрит. Ну ничего, разбавленный Red Bull без сахара практически один в один. Пьется нормально, ничего такого выдающегося. Но опять же, для без сахара, в принципе, неплохо. Сейчас еще разопью, поеду в зал, поделюсь с коллегами и поставлю финальную оценку. Томми, легенда. Что, продолжаем дегустировать энергетики. Вот, сегодня пробуем уникальный случай. Вот сложился, коллега привез HQD Energy Classic Power без сахара. То есть, на рельеф. Я никогда не видел даже, да, на рельеф. Вот, сейчас будем пробовать. Вот, L-карнитин, базовые все эти, ну, кофеин, таурин, то есть, все базовые компоненты. Вот, ну, заявочка уже на пятерочку, сразу могу сказать. Вообще, уникальный случай, не пробовал еще никогда HQD без сахара. Сейчас попробуем. По мне Red Bull классический, только без сахара. Да, Red Bull классический, без сахара, но не могу обидеть HQD. Сразу скажу, это пятерка, мне понравился. Ездил бы вообще до него хоть на край света, конечно, нет. Вот, лучше, чем Velocity и стартап, поэтому всем рекомендую. Очень классный напиток, да? Да, очень, ну, на рельеф, понятное дело. Сахар пока позволить не могу себе. Вот, поэтому, да, всем рекомендую. В общем, 5 с плюсом, 10 с плюсом, 100 с плюсом. Рекомендую. До новых встреч, зал, да? Всего доброго. Ну что, ребята, в заключение могу сказать, что напиток неплохой. Действительно, для без сахара классический Red Bull, классика. Не сильно химозный, пьется очень неплохо. Для людей, которые не пьют сахар на диете, взойдет вообще очень неплохо. Я поставлю 4 балла из 5. Неплохой напиток, тренер компонента, адекватная цена, поэтому, в принципе, кому нравится Red Bull и кто на диете, рекомендую. До новых встреч!